також до виступу Чигиринець Валентина, технолога компанії «Біомайстер» з доповіддю основи стабільного придіння медових напоїв. Будь ласка, пані Валентина, вам слово. Литров, ну, как бы,
достаточно большая разница. То есть, если более сладкое, лучше брать не меньше 30. Если сахар где-то 25-26, 20 грамм будет достаточно. То есть, если выше, но чем выше сахар, тем больше необходимость использовать буфер. Специально для дегидратации. Но дозировка не сильно меняется от высшей сахаристости. Буфер – это активатор или нет? Это, да, это, как можно сказать, активатор для запуска дрожжей. Это азотосодержащие, но именно специально сделаны формулы для того, чтобы укрепить мембрану стенок, сделать сильнее. Когда они попадают в более сладкую среду, они быстрее и лучше раздраживаются. А время дегидратации? Есть какие-то пределы? Вот и до. Самое главное, это не сварить дрожжи, потому что для них температура дегидратации очень важна. А время дегидратации никогда не должно превышать 45 минут. То есть, в принципе, от 15 минут до получаса, 40 минут – это нормально. Если дольше, просто они будут без сахара, без питания стоять, то они, для них это тоже вредно. Температура дегидратации должна быть до 40. То есть дрожжи, именно когда уже вносятся дрожжи, 35-37 – это оптимальная температура для растворения дрожжей. Одна из еще таких вот существенных ошибок, что люди считают, что должна быть теплая вода и не проверяют этим термометром. И иногда вот, просто если они уже будут 40-45, они могут погибнуть. Как любые живые организмы. Да. В принципе, следить за температурой, они просто пальчиком потрогали, нам показалось, что она просто тепленькая, но для дрожжей она оказалась горячей, поэтому такие... Багато видоварів стикається з таким явищем, як ледоруби. Які методи боротьби з цим явищем? Ну, я уже говорила, що дуже важливо – це питання. Це іменно азотне питання, воно дає можливість дрожжам добродіть до кінця, тому що они иногда останавливаются, у них еще есть сахар, который они могут перерабатывать, но у них недостаток азота, и дрожжи начинают погибать. Они просто не могут... На самые сильные дрожжи, это ЛАЗГИН ЕЦ-1118, они спрашивают при оптимальных условиях, при хорошей температуре, при достаточном азоте, они могут выбродить до 17-18% объемных спиртов. То есть, и при этом спрашивают полностью нас. Я, в принципе, ни в Украине ни вина, ни медового вина не встречала, у которого был спирт выше, допустим, 15, ну, максимум, наверное, 16. И просто, что они, потенциал у них большое для брожения, но им просто не хватает азота. И лучше вносить, если у вас сильно сладкий, то лучше вносить его даже в парту. В начале брожения вот, развели злую ферму. Если берем такое вот, вы берете там сладкое делаете, 35, да? Развели с ферму, в начале брожения через 2 дня внесли фермент, это азотное питание, а потом еще ближе к концу еще дополнительное питание азота. Вы сказали о дробном носении питания, а дрожжи вносятся сразу, вся доза или тоже? Дрожжи вносятся вся доза сразу, а вот питание лучше вносить отдельно, дробным способом. Основная причина то, что они очень часто, когда много у них питания, они наращивают биомассу вместо того, чтобы спрашивать. То есть, если мы рекомендуем фермент, мы пишем, что максимум 40 грамм его должно вноситься, и всегда прописываем 2 по 20. То есть, можно вносить 10 и 10, но не давать сразу все 40, потому что дрожжи нарастят биомассу, брожение будет медленное, будет задушка. Неприятно этот сероводородные какие-то запахи, именно из-за того, что они могут быть перекормлены. То есть азот важен, нужен, но его может быть и много тоже. И это тоже нужно учитывать и правильно пользоваться всегда. При регидратации дрожжей нужно ли подкормку? Постоянно. То есть любая регидратация должна проходить с его фермом, проходить с питанием. С другой стороны, понимая то, что всегда есть желание или сэкономить, или
разные ситуации, ну, скажем так, с экономической точки зрения, это не всегда выгодно. Поэтому если у вас сахар в сусле вашем где-то ну, до 25-26, вы можете не вносить дополнительно этот гофен, рехидратацию просто делать в воде. Потому что ну, у них хватит своей силы. Но если сахар выше, то гофен необходим, потому что иначе будет очень медленное брожение и будет риск недоброда. Спасибо. Ще є, будь ласка, запитання? Може, мнення заміняється? Мікрофон, будь ласка. Ваше мнение о замене вот этих химических добавок натуральными соками? Понимаете? И еще ваше отношение к, ну, скажем так, к вареным сталкам? Да, понятно. Смотрите, насчет, ну это не совсем химическая добавка. Вот если у нас есть вот галуфен, который для рехидратации, это абсолютно природный продукт, это выделено с полностью взятые аминокислоты с дрожжей, то есть которые уже отработали, ожили свои или просто была специально выращена биомасса, с которой забрали аминокислоты. Это полностью натуральный. Потом ферлейн Е, уже питание, которое вносится в процессе брожения, он частично, он там соли, аммония есть и аминокислоты природные, как бы дрожжевые. И ферлейн О, это полностью органический, он более дорогое питание, но это полностью органика. Насчет того, что можно ли заменять соками, да, но не все. Просто не все, даже ну, как бы самый богатый на азот это виноград. Но не в каждом винограде, если не в каждом сорте, есть достаточно азота для того, чтобы потом ну, как бы все фрукты. Я просто знаю, например, в чернике там практически нет азота. Более богатый на азот там вишня, той же смородине, но просто, опять же, такие, насколько будет достаточно дозировки этого сока, ну, лучше, если используется мед с фруктовым соком, то можно убрать первое питание, но к концу брожения все равно нужно вносить. Можно меньше сделать дозировку, но все равно нужно добавлять еще, как бы сказать, ну, питание вот ферментом. Ну, здесь уже больше дело вкуса и насколько дрожжам, в принципе, они работают как вареных, так и вставленных в мед. То есть и насколько, ну, каждый это такие виноделия, медоварение, это такой немножко творческий процесс, и каждому решать для себя, как делать. То есть дрожжи, они работают и в тех условиях. Дякую. Ну, будь ласка, передайте микрофон. Есть мнение, что при варке меда, по крайней мере в литературе, образуются вредные соединения, которые... Ну, в принципе, да. Я вот настолько хорошо не знаю химию меда, вот именно трансформацию после, ну, при высоких температурах. То есть вот я литературу даже читала, что они выше 60, что была температура. Некоторые говорят, что до 80 можно нагревать, а дальше уже какие-то ну, появляются консервирующие там вещества, еще какие-то вредные вещества. Я просто, ну, это не совсем моя тема, мне сложно сказать. Дякую, чи буду ще запитання, будь ласка. Если что, подходите, пожалуйста, вот сразу напротив, на столик. Если есть еще вопросы, можно просто пообщаться, обсудить. Дякую, пані Валентино.